программа «День с толком» в студии Ирина Корчагина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Переполненные палаты, смены в подгузниках и умирающие пациенты. Реальность ковидного госпиталя в Новоалтайске. Повара уже уволили. Кто еще ответит за просрочку в Зудиловской школе? После ремонта прослужит не меньше полувека. Как продвигаются работы на старом мосту и когда его откроют? Рекордные цифры за последние месяцы. В крае скончались 13 ковидных пациентов. Новых случаев заражения за прошедшие сутки 178. По-прежнему высоким остается количество тяжелобольных пациентов. Их в регионе 287. Подключены к аппарату ИВЛ 111 человек. С начала пандемии в крае выявили уже 15 858 случаев заражения коронавирусом. Хотя, конечно, мы все понимаем, что реальная цифра в разы больше. Добавим, что на данный момент на весь края осталось 600 свободных коек в ковидных госпиталях. Надо отдать должное врачам, которые сейчас находятся на передовой и борются с коронавирусом. Многие с апреля не были в отпуске. Мало того, работают без выходных. Каждый день на их глазах умирают пациенты. Но есть, конечно, и счастливые истории. Далее репортаж из красной зоны ковидного госпиталя. Мне кажется, глаза все шире и шире, да? Становятся. Ну, как-то так. Все. Готовы. Проверяем на себе. Пара минут в защитном костюме уже можно потерять сознание. Врачи в так называемых СИЗах находятся по 6 часов. Столько длится смена. Это значит, что 6 часов врач не может даже попить воды, сходить в туалет. Кто-то использует подгузники. Это реальность ковидного госпиталя на базе городской больницы Новоалтайска. Коечный фонд для ковидных пациентов тут развернули более 2 недель назад. Пациенты здесь сегодня их гораздо больше. Суммарно у нас 437 пациентов на 420 койках было на утро. То есть мы превышаем свой коечный фонд. Мы дополнительно ставим сюда кушетки. Другого варианта нет. Поэтому своевременная выписка пациентов, тех, кто уже закончил лечение и чувствует себя стабильно, она, как говорится, на грани и законодательства, и совести. Если мы врачам говорим, что вы уже стабильны и вам уже ничего не угрожает, вы продолжите лечение на амбулаторном этапе, сознательный пациент покинет это учреждение и продолжит на амбулаторном этапе свое лечение. Это важно. Как еда наша? Можно ее есть? Очень хорошо, очень вкусно. Спасибо большое. Слабость, одышка, на руках синяки от уколов. Многие ковидные пациенты подключены к кислороду. И многим даже не хватает сил, чтобы просто встать. В основном в палатах возрастные пациенты. Самочувствие еще у меня желает быть лучше. Пневмония сильная, но стараюсь. Боли мучают еще очень сильно. Я уже вообще практически дышать не могла. Все, уже вот, вот так вот. Уже не сравнишь, далеко не сравнишь. Как дышалось и как сейчас уже все. Сняли, ужасное состояние сняли. Или таблетки, или уколы делают, меры принимают сразу. Молодцы вот насчет этого. Если что-то только стало плохо, сразу идут на помощь. Тогда весной, в начале, говорит главный врач ковидного госпиталя, было больше легких и средних пациентов. Сейчас в основном тяжелые и очень тяжелые. На пандемию накладывается сезон ОРВИ, и люди поступают в больницу уже с выраженной дыхательной недостаточностью. Им отдается приоритет. А многие лечат пневмонию дома. Мы работаем в диком нагруженном режиме. Мы общаемся двумя корпусами. Мы ищем места, освобождаем места, готовим места. Тяжело. И как бы ночами не спим. Вот вчера было принято 71 пациент. Мы 65 пациентов выписали, да. Есть выжившие, есть выздоровевшие, но есть и скончавшиеся. И, к сожалению, статистика как бы не очень интересна. Цифры я называть не буду, она ужасающая. Мы теряем особенно пожилое население с сопутствующей патологией. Вирус просто убивает людей. На наших глазах умирали люди. В нашей палате умирали люди. Задыхались. Музыка, пожалуйста, смотрите. Ого. Это что? Это гепаринотерапия, антитромботическая терапия. Начинаю разговаривать. Задыхаться начинаю.
Ближе к ночи, рассказывает врач, в больнице начинается паника. Пациенты боятся уснуть и больше не проснуться. Причем это касается не только пожилых пациентов. Молодых сегодня младше меня, скажем так, не достигших 40 лет, очень много. И очень им страшно дома, и не могут вызвать ни скорую, потому что скорая перегружена, да, и переживает излишне. Я просто на телефоне говорю про тех, кого консультируем, кому помогаем лечиться дома. Все медицинские работники этим занимаются, я вас уверяю. Уже сейчас понятно, инфекция вышла из-под контроля. Уже невозможно отследить тех, кто был в контакте с зараженными. И единственное, что сейчас остается, хотя бы носить маски в общественных местах. Для всех, кто не носит маски. Не носите маски, вас могут привести к нам. Это интубационная трубка через нос в трахею для дыхания. Это через нос зон желудок. Это мочевой катетер через уретру. Это удовольствие из ряда вон выходящее, я вас уверяю. Что нужно еще показывать людям, чтобы они проснулись? Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День с толком. Продолжим. Прокуратура края проверит, как в Зудиловской школе Первомайского района исполнялись законодательства об охране здоровья детей. Накануне в нашем эфире мы рассказывали, что, по словам родителей учащихся, школьников неоднократно кормили просроченными продуктами. Шоколад и сок, который давали детям, был с истекшим сроком годности. Видела я, что она с шоколадкой, но я не обратила внимания, даже не посмотрела ни на срок. Мы же всегда думаем, что мы приходим, дети ходят в школу, в садик, естественно, они защищены. Я достаю шоколад, вот, а оказывается, действительно, она получается уже с мая месяца просроченный. Сейчас вот у нас октябрь, что 4 месяца просрочки. В ходе проверки прокуратура оценит, насколько качественно сотрудники пищеблока, администрация школы, а также поставщик исполняли условия контракта на поставку продуктов в образовательную организацию. Добавим, что проверкой информации об отравлении детей занялся и Следственный комитет. Между тем, сегодня стало известно о результатах проверки Зудиловской школы специалистами Комитета по образованию Первомайского района. Об этом нам сообщили в региональном Минобре. Факты просрочки продукции были подтверждены. Директор понесет дисциплинарную ответственность. Повар, допустивший нарушение, уволен. По результатам проверки также было обращено внимание на несоответствие упаковки внешней и внутренней именно по срокам реализации. Поэтому и Первомайскому району, и другим районам даны рекомендации усилить контроль за поставляемой продукцией, особенно продуктами, которые имеют индивидуальную упаковку. Те продукты, которые не являются качественными, должны быть возвращены поставщикам. В Барнауле продолжается капитальный ремонт старого моста через Обь. На каком этапе сейчас работы и когда, наконец, автомобилисты дождутся возможности вновь пользоваться еще одной переправой, расскажем далее. Годами автомобилисты жаловались на непригодное состояние этого сооружения. Ездить по нему было практически невозможно, буквально яма на яме. Мост называют старым не просто так. Сооружению более сотни лет, практически местная достопримечательность. Поэтому стояла задача его не только отремонтировать, но и максимально сохранить первоначальный вид. Принципиально габаритные, как бы его характеристики останутся на том же уровне, на котором мы были ранее. Конечно, здесь будет новое асфальтобетонное покрытие, будет новое перильное ограждение, что позволит более безопасно передвигаться пешеходам по данному сооружению. Ну и, конечно, будет более комфортный проезд для легкового транспорта. Мост протяженностью около 1300 метров начали обновлять в январе этого года. Сейчас ремонтные работы, можно сказать, на середине пути. Полностью заменили элементы проезжей части, привели в порядок опоры. Сейчас меняют балки пролетных строений на эстакадах. Они станут основой проезжей части. Следующий этап – укладка дорожного покрытия и установка освещения. Работы производятся у нас строго по графику, ведутся на трех участках, грубо говоря, разделены на три участка. Это левобережная эстакада, совмещенная часть моста и правобережная эстакада. Работы по монтажу балок производятся на левобережной эстакаде, смонтировано порядка 70%. Сейчас в городе только один действующий мостовой переход, поэтому автомобилисты с нетерпением ждут открытия. После капитального обновления переправа должна прослужить не меньше полувека, обещает подрядчик. А первые автомобилисты должны проехать по новому старому мосту уже в ноябре следующего года. Елена Кузовкина, Мария Микшута, Дмитрий Денисов. День с толком.
Ямы на дорогах, огромные лужи и грязь. Жители Зудилова Первомайского района жалуются на дорожное месиво после ремонта и отсутствия освещения. Из-за ужасного состояния полотна в поселок даже перестал заезжать рейсовый автобус. Тему продолжит Мария Микшута. Ремонт шикарной дороги, вообще прям идеальный. Как-то вот так. Это кадры из интернета. Они появились в соцсетях несколько дней назад. Дорога, по которой каждый день дети ходят в школу, больше напоминает болото. А дети ведь не все ходят с родителями в школу. Ведь идут некоторые одни. Надо так, чтобы случилось какое-то несчастье, чтобы у нас тогда начали действовать. Все бы ничего, но идти по грязи в потемках – то еще удовольствие. Люди ходят на работу, дети идут в школу и возвращаются домой, когда еще не расцвело или уже стемнело. Уходила на работу в 5 утра, мне нужно ехать. Идешь, собаки съедают, света нет и дорог нет. Это просто какой-то кошмар. А вот забираю с садика внуков, везу, ну я иду и плачу, реву, потому что я просто боюсь упасть в эту лужу, провалиться там. Ни освещения, ни хорошей дороги. Кстати, полотно здесь латали в этом году. Однако толку от такого ремонта, как считают местные, больше не стало. На улице Школьной ремонтировали дорогу. Просто ее залатали немного, присыпали в июле месяце. В июль-август. Вот. Ну, естественно, все уже, вот эта вся насыпная часть, она вся уже, все это вышло, выбили ее, получается. Это центр поселка, улица Новая, а по факту новизной тут даже и не пахнет. Рядом поликлиника, банк, почта и магазины. Стоит пройти дождю, дорога превращается в противотанковые рвы. Причина банальна. Коммунальщики ремонтировали теплоснабжающие сети, но после работы забыли за собой брать. И вот они копали, и вот так закопали. Дорогу не восстанавливают. Вообще, в принципе, должно восстановление быть, но ничего нет. То есть без этой грязи, в принципе, было-то получше, просто ямы да лужи. Да, ямы да лужи, но грязи такой, конечно, не было, но было более-менее ходить. Ни пешеходу пройти, ни машине проехать. Последней каплей, утверждают люди, стало элементарное отсутствие транспорта в поселке. Водители «Газели» отказываются ходить, ну, то есть по прежнему маршруту. Маршрут направлен на улицу Советскую. Но детям неудобно выходить на остановки в районе Марии Ра, то есть им приходится в любом случае обходить через грязь, через лужи. Когда дорога будет ровнее и будет ли, мы решили узнать в местном сельсовете. В частности, по улице Школьной требуется более 15 миллионов рублей на приведение в соответствие. То есть у нас готова смета, мы ее заявляли для того, чтобы нас включили в региональную программу по ремонту дорог. К сожалению, решение о включении в программу зависит не от сельсовета. Поэтому по улице Школьной самостоятельно проблему решить мы не можем. А вот полноценное освещение людям обещали уже в октябре. Так что все, чего пока на данный момент жители добились, это возможность идти через грязные месивые ямы, хотя бы не в темноте. Мария Микшут, Андрей Печоркин. День с толком. Ну а теперь хорошая новость. Планируют развивать производство и искать новые рынки сбыта. Наши корреспонденты побывали на предприятии, которое недавно было у всех на слуху в связи с большими проблемами. Как функционирует производитель детского молочного питания «Модест» после вхождения в состав Барнаульского молочного комбината, расскажем далее. В советское время их знали все. Взрослые получали молочку в специальных кухнях, ее поставляли в детские сады, больницы и школы. Потом кухни закрыли, но качественная продукция осталась. Сейчас ее можно купить в магазинах. Ее же могут получить бюджетные организации по итогам конкурсных закупок. После смены собственника большая часть коллектива осталась работать. Говорят, куда идти, если работа нравится, коллектив дружный, зарплату платят вовремя. Да и сама продукция, уверены сотрудники, социально значима. Я и сына вырастила на этой продукции. И родственники берут, и знакомые берут. У нас идет все натуральное. Если сметана заквашена, только чисто на заквасках натуральных. Если йогурт, тоже на бактериях и закваски натуральные, что полезно, конечно, и детям, и всем. Конечно, с приходом нового собственника появилось и много новых задач. Одна из важных – ремонт здания и обновление производства. Часть работ уже сделали. Изношенные инженерные коммуникации и системы отопления отремонтировали. Не стоит сотрудникам беспокоиться и по поводу пожарной безопасности. Но дел еще достаточно. Далее будет увеличение мощностей производственных, установка более современных линий для фасовки продуктов,
Ну и увеличение мощности на пастеризационной линии, также установка дополнительного оборудования. После модернизации на предприятии планируют увеличивать и объемы производства. Кроме стерильного витаминизированного детского молочка, сметаны для детей и взрослых, здесь уже делают творожки с фруктовым наполнителем. По словам собственника Гарри Шония, если раньше продукция Модеста была представлена только в магазинах нашего края и соседней Новосибирской области, то теперь ее можно найти и в торговых точках Республики Алтай, Новосибирской, Томской, Кемеровской области и Красноярского края. Татьяна Голубева, Николай Шелко, «День с толком». К другим темам. Краевой театр драмы в этих непростых условиях открывает новый 99-й сезон постановкой классической комедии Николая Гоголя «Ревизор». Режиссером выступил Алексей Шавлов, уже знакомым барнаульским театралом по спектаклю «Идеальный муж». Режиссер, по его собственному признанию, изначально рассчитывал поставить обычную игровую историю по всем знакомому сюжету. Но в процессе работы увидел в «Ревизоре» много любопытных психологических нюансов. Затеяли тяжко, а мне теперь роскошь. Травлю зайцев на землях у того и у другого. Батюшки, ну не милуй мне теперь ваши зайцы. Несмотря на ограничения, связанные с пандемией, театру удалось создать сложный и масштабный спектакль, причем в команде участники со всей страны. Это художник из Магнитогорска, лауреат премии «Золотая маска» Алексей Ватяков, художник по свету Туманян из Москвы. В ролях артисты театра разных поколений, в ролях Листакова молодой артист Данила Никаноров. Зрители смогут увидеть «Ревизора» уже завтра. Кстати, это станет премьерой и для главной сцены театра. Ее капитально отремонтировали и обновили впервые за последние полвека. Барнаульская «Динамо» накануне на своем поле обыграла «Ладу» из Тольятти. Матч завершился со счетом 3-0 в пользу алтайских футболистов. С одной стороны, поражение гостей было закономерным. «Лада» Тольятти – команда молодая, неопытная и в последнее время терпит много поражений. С другой, динамовцам все же пришлось, что называется, попотеть. Первый гол они смогли забить лишь на 46-й минуте. Отметим, что из-за коронавирусных ограничений матч снова прошел при пустых трибунах. Болельщики смогли наслаждаться матчем в рамках прямой трансляции в интернете. К слову, заключительный домашний матч осенней части турнира состоится уже 17 октября. Соперником барнаульцев станет тоже «Лада», но теперь из Дмитровграда. Встреча также пройдет при пустых трибунах. У меня на этом все новости. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза компании «Стройрегион». До встречи в эфире. Берегите себя.